Связующим звеном между нашим прошлым и будущим являются традиции. Знакомство с ними приводит к пониманию культуры своего народа. Благодаря традициям формируется любовь к родине и расширяются рамки культурного развития человека. Во всех городах и селах жили и трудились талантливые и умелые портные, кузнецы и представители десятков других профессий. Их умения и навыки передавались из поколения в поколение, приобретая свои фирменные отличия и знаки. Мастера сохраняют культурное наследие, передавая будущим поколениям уникальные технологии. Мастера – это те, кто владеет искусством своего дела, кто научился воплощать самые смелые идеи в реальность. Они – хранители традиций, передающие свой опыт и знания следующим поколениям, которые будут создавать инновации. Томская область передает флаг всероссийского конкурса «Мастер года» Красноярскому краю.